продвижение в сторону Новосибирска. Я периодически буду к карте привязываться, периодически отвечать на поступившие комментарии к видео. Значит, с левой стороны проехали озеро Аялабач, с правой стороны озеро Мута и с левой стороны озеро Тилюгуль. Там же населенный пункт Тербис. Развязка видна будет на видео. Я который раз вот обращаю внимание, и если вам интересно будет тоже, посмотрите на карте спутника, вот на эти озера, особенно в Курганской области, правильной округлой формы, ну, явно не рукотворные озера. По всей вероятности, это следы, я думаю, может быть, от метеоритов на Земле. Но это мое предположение. Так. Сразу хочу принести извинения. Извинения за ляп, который я допустил, по-моему, 14 или 15 серии. Ну, обход Омска. Объездная дорога называется Западный обход. А я там написал Северный. Переделывать, ну, это трудоемко, исправлять. Целые сутки терять на это почти. Поэтому, если будет, останется время, то я, конечно, это видео переделаю. Так, с правой стороны озеро Большое Щучье и озеро Лопушное. Большие водоемы. С левой стороны проходит железная дорога. Это дорога Новосибирск-Омск, железная дорога. Но я постараюсь разместить видео «Россия из окна поезда» под такой рубрикой. Когда я снимал пейзаж из вагона, из бокового окна. Так, попробую теперь ответить на сообщения, которые к этому времени появились. Так, 11.42 Вадим написал: есть много авторов на Ютубе, снимающих дороги. Я подписан на некоторых из ЕС. Сам живу в Беларуси и поездки снимаю, куда отправляюсь. Есть еще автор Олег Александров из Минской области. Путник, кстати, классно проехался по Дальнему Востоку. Почти все воскресенье смотрел его ролики. Даже жена начала сердиться к вечеру. Ну, это великолепно, это замечательно, что начинают появляться вот такие полные видео о трассах. К сожалению, у меня нет возможности времени следить за маршрутами, на первом месте, скажем так, вот разместить и другими делами заниматься. Кстати, вот Опутники 81 замечательно. Я, к большому сожалению, только фрагмент небольшой посмотрел. Нужно было видео обрабатывать. Вот. Я в восторге. Сразу вспомнились свои поездки, места знакомые кое-где.
некоторые места узнавал. Давно я там не был, на трассе Амур. Была мечта проехаться до Магадана, но, к сожалению, дальше Якутска не получилось. Так, по карте с правой стороны озера Отгонное. Еще дальше озеро Ковалево. Ну, это примерно в километре, в полутора километрах от трассы. На таком же расстоянии примерно с левой стороны озеро Жилое и озеро Князево. Так вот, замечательно. Я очень рад, что вот начали появляться видео о трассах, о дорогах России. Было бы, конечно, еще лучше, если бы где-то кучковались в одном месте, потому что автотуристы, автопутешественники, например, ну, не могут знать все ресурсы, где можно посмотреть такое видео. И видео постоянно обновляется. Многие мои видео уже устарели, ситуация на дорогах, на трассах изменилась. А вот так вот обновленная информация об инфраструктуре было бы очень полезно. Так, опять к карте. Прыгаю туда-сюда. Через с правой стороны будет правый поворот. Ну, перекресток такой. Озеро с правой стороны Жилое, озеро Гутово, озеро Груздинское. С левой стороны пока ничего не видно. Так вот о чем это я. Я просто вспоминаю свою первую поездку. Давно это было. Наверное, лет 10, может быть, 12 назад. И мне крайне нужна была информация. Ну, маршрут был недалекий, такой вот Москва-Новосибирск. Но я совершенно не знал ситуацию, обстановку на дороге. Перевернул весь интернет в надежде найти что-нибудь полезное. И, к сожалению, ничего не нашел. Несколько дней ковырялся, лазил по интернету. Были ролики там по 3 минуты, по 10 минут, но это полная информация о трассе никакой не давала. Был один ролик, где водила направил камеру на себя. Вот и рассказывал о том, что он, ну, видит слева и справа. Ну, не знаю, я сидел, нервничал, говорю, ну поверни камеру на дорогу, ё-моё. Тогда говори, что хочешь, что ты, дай дорогу снимать полное видео. Ну, к сожалению, ролик, наверное, был минут на 30. Он так камеру не повернул на дорогу. Узнавать о трассе, а, ну, своими глазами смотреть. Говорят же, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну вот насчет видео, ну я вот ответил, по-моему, 11.42, Вадим из Белоруссии. Я очень рад вот как бы собрать всех в одну кучу на одном сайте, чтобы это можно было тем, кому необходимо, не рыскать по просторам интернета, а вот в одном месте все это найти, обновить информацию у себя. Дмитрий Г. Логин написал. Дмитрий Г. Логин. Какая программа навигации использовалась? Говорите, XPay хорошо прокладывает маршрут. Но так там либо Navitel, либо CityGuide. Что мешает на смартфон поставить такую же программу навигации? Важно именно навигационное программное обеспечение, а не железка. Ну, с точки зрения прокладывания маршрута, отвечаю.
Отвечаю. Значит, на эксплее у меня стоял Айго Прима. Кстати, очень мне понравилась эта программа Айго Прима. Там, ну, нет лишней информации. Там дорога и какие-то, и сама дорога, трасса, и то, что на ней находится. Ничего лишнего, ни квадратики домов, ни там какие-то вот излишества. Во-первых, работает гораздо быстрее. И она рассчитана, ну, на этих, на большие грузы. Те, кто профессионально работают на, ну, для профессионалов, скажем так. А почему X-Play? У меня была неприятность, когда ехал, по-моему, по северному варианту через Ярославль, вот, Пермь и так далее. И у меня где-то под Костромой, по-моему, вышел из строя навигатор. И вот такое ощущение было, как будто в мешке сидишь, куда ехать. Ну, очень серьезные затруднения. И вот в Костроме я заехал в магазин, а там это случилось вечером, вышел из строя навигатор, большой экран, заночевал в автомобиле, а утром, так, сейчас заеду, как только открылись на магазины, я там приобрел X-Play. Да, заправимся. Большой экран, ну, относительно, по-моему, 5 дюймов, вроде бы, мне достаточно было. И там уже была предустановлена Айго Прима. Альтернатива была Navitel. Ну, я вот сравнил Navitel и Айго. Вот я отдал предпочтение Айгошке. Ну, кстати, я должен сказать, что все навигаторы, начиная там, ну, не начиная, а вся линейка, она, ну, как это объяснить, сказать-то, все грешат тем, что нет обновления. Я уже ставил и новые прошивки, чтобы не оказаться... Вот просто едешь по этому навигатору, он тебя тащит куда-то влево или вправо, хотя ты двигаешься по федеральной трассе. Тут ориентируешься уже на дорожные указатели, на реальную картинку. Двигаешься по трассе, и он тебе начинает тащить влево через ограждение, через, не знаю, овраги какие-то, и по лесу. Это и... Это практически в любом крае. Ну вот Айго Прима, он наиболее часто обновляет информацию о трассах, но тем не менее даже у него появляются, ну, глюки такие, когда нужно больше ориентироваться на дорожные указатели, чем на навигатор. Я много перепробовал программного обеспечения, много приложений использовал на смартфоне, на планшете. Вот остановился. На чем я остановился? А, этот, мое внимание привлек MapMe, хорошая навигационная программа. Ну, она тоже, или нужно ее обновлять постоянно. Ну, авторы как-то этим не очень озабочены. То есть идеального навигационного оборудования я еще не встречал, к сожалению. Вот сейчас появляются автопланшеты с установленными навигационными системами. Вроде бы обновление регулярное, постоянное в автоматическом режиме происходит. Ну, не знаю, у меня пока такого планшета нет. Ну, я не думаю, что... Не знаю, будет или нет, потому что еще неизвестно, что будет летом.
Так, приезжаем развязку на Барабинск. В Барабинске был только на железнодорожном вокзале, в город не заезжал. На видео там должно быть, титры, может быть, должны появиться. Проезжаем поворот на Барабинск. Что-то про Барабинск хотел еще рассказать, уж забыл. Так, с правой стороны озеро Рандово. Далеко впереди Новокозловское, Арисово. Это населенные пункты Новокозловское и Арисово. С правой, с левой стороны, значит, я уже говорил, Барабинск и железнодорожная ветка. Кстати, вот хотел немножко вернуться назад. Комментарию 11.42 Вадим, он написал, что путник, кстати, классно проехался по Дальнему Востоку. Абсолютно согласен с этим. А вот пусть теперь путник ответит, почему нет комментария. А? Господин путник. Так, ладно, это шутка. Так, по карте, значит, с правой стороны деревня Новогутово, озеро Жилое. Барабинск с левой стороны остался. С левой стороны, напомню, проходит железнодорожная ветка. Ну, видно станции точками, обозначенные на железнодорожных путях на карте. Так, ну я опять немножко к комментариям. Александр VII Логин. При таких гонках вы, наверное, бензина сожрали немерено. А, честно говоря, не помню. Не помню. Наверное, был немного повышен расход бензина. Кстати, вот этот участок от Омска до Новосибирска, мимо Чулыма, значит, просто имейте в виду, что там очень много скрытых камер стоят, радар-детектор на них реагировал. И, кстати, я очень активно комментировал вот этот участок от Омска до Чулыма. Но, к сожалению, вот только в конце пятого дня, вот, ну, в конце этой серии, узнал, что аудио не писалось. Но сказать, что было расстроено, это ничего не сказать. С правой стороны озера Литвиново. Ну, наверное, в километре. Ну, метров 500, наверное, с правой стороны от дороги озера Литвиново. Больше ничего. Так, совсем далеко с правой стороны. Что такое? Озеро Иркутла с правой стороны. Так вот, касательно трассы, я очень активно комментировал этот участок. Очень много воспоминаний было, много информации. Вот. Но настроение было такое, как можно больше вспомнить и рассказать. И почти всю дорогу трындел. Но облом, короче, вышел. Чулыми, как я уже говорил, поменял видеорегистратор, и уже от Чулыма до Кемерово будет картинка Сакинори.
собой постоянно приходится. Вот сейчас смотрю по карте, ничего. Близко, абсолютно ничего нет. Ничего нет. Ни населенных пунктов, ни озер. Но озера есть, они безымянные. И касательно того оборудования, что я с собой железо беру в дорогу. У меня несколько раз, ну, на ранней стадии была ситуация, когда от Москвы до Златоуста, по-моему, пропало видео. Ну, жесткий диск отказался открываться. Не знаю, завис, и вся информация от Москвы до Златоуста была утеряна. Затем был тот же такой же случай, но уже под Ишимом. Вот вся трасса от Москвы до Ишима. Была утеряна. Конечно, было большое расстройство, сильное расстройство. В домашних условиях, наверное, можно было бы как-то это видео восстановить. Но этот отказывали. То ноутбук отказывал. Приходилось брать два ноутбука. Ну, один ноутбук, один нетбук. То внешние жесткие диски отказывали. То вот как в этой ситуации видеорегистратор захулиганил. Обидно, когда пытаешься вот что-то записать о трассе, продиктовать, какой-то информацией поделиться, а потом вдруг выясняется, что это все в пустоту, в воздух. На карте, значит, с правой стороны деревня Пензина, озеро, с правой стороны Чигирь, канал Чигирский. Ну, а с левой стороны Труновская и железная дорога. Станция, по всей вероятности, Труновская. Может, населенный пункт или деревенька, не знаю. По этой трассе, значит, то, что много скрытых камер, это 100% информация. И по трассе я... Но она не избалована инфраструктурой. Не очень много мест для остановки, стоянки, ночевки. Поэтому я ехал и по мере движения рассказывал о тех местах, где можно остановиться на ночевку, отдохнуть. Вот. Но, к сожалению, вот так получилось. Теперь придется в комментариях эти места вспоминать и как-то привязывать к картинке. Ну, не вижу ни слева, ни справа на карте, ни озер больше, ни населенных пунктов. Ладно, переходим в рубрику. При таких гонках, ну, я ответил, не помню, честно говоря. Ну, может быть, что-то было там. На какие там гонки, так? Просто стояла цель, финиш, заночевать, остановиться на привал не в Чулыме, а на северном обходе Новосибирска. Вот, или же за Новосибирском в светлое время, чтобы попасть, проехать. Но вот так вот получилось. Так, Александр VII Логин пишет. Южный объезд, исправьте. А, ну это вокруг Омска, объездная дорога Омска. Да, там этот, я лоханулся, не северный объезд, а западный обход. Я уже... Так, вот интересное сообщение. Интересный вопрос от Сергея из Мурома. Логин Сергей из Мурома. Так, Сергей из Мурома спрашивает, почему проехать напрямую через Петропавловск дороже, чем делать крюк через Ишим? У нас вроде как единый таможенный союз, и проблем
тем более для транзита быть не должно. Проблем-то там и нет, по правде говоря. Единственное, что это попадаешь на таможне в очередь, ждешь своей, теряешь время на таможне, а потом досмотры эти, два досмотра при въезде, два досмотра при выезде, плюс необходимо покупать страховку, когда двигаешься по территории Казахстана. Там все эти услуги есть на месте. Но вот, дорога короче. Один раз я там проезжал, попал вот в такую ситуацию, сказал, больше я через Казахстан не поеду. А когда сделали бердюшку, 19 километров, так вообще лафа стала. Лучше проехать 200 километров лишнее, чем через Казахстан. Вот эти досмотры, они настолько вот унизительны, противно. Да и потом эти ребята с палкой в Казахстане зарабатывают тем, что проверяют, есть страховка или нет страховка. Ну, гаишники, они везде гаишники. Чуть попозже будет железнодорожный переезд, но там, по всей вероятности, эстакада будет. Что-то я не помню, чтобы по поверхности лежала железная дорога. Так вот, в ту поездку, когда я из Омска ехал, из Владивостока ехал в Москву, и от Омска решил поехать по дорожным указателям, а не по навигатору. Навигатор постоянно меня тащил в сторону, долго, наверное, в течение часа. Я его выключил и ехал по дорожным указателям. И смотрел, обратил внимание, что поток грузовиков резко сократился. Двигаюсь, и вдруг смотрю, очередь, остановился, ё-моё, таможня, граница. Но возвращаться уже назад было бессмысленно, там уже много проехал. Но заодно решил проехать через Казахстан. В Казахстане, значит, возле Петропавловска. Кстати, возле Петропавловска, но там не очень ясная информация о направлении движения. Решил, увидел площадку, где стояли большие грузы, решил заехать у них спросить. Уже повернул к этой автобазе, там автобаза, наверное, не для дальнобойщиков, а просто вот грузовики. Потом увидел с этот боковым зрением, там впереди пост ГАИ. Думаю, там спрошу. Вернулся и поехал уже по трассе. Парень, казах, поднимает палку, тормозит. Вот, и первый вопрос. Вы зачем поворачивали? Ну, там вот, где я хотел спросить. Вообще, сам по себе вопрос... Извините, идиотский, какое твое дело, зачем я там поворачивал? Вот, ну, я не стал нарываться, грубить. Ответил, что заблудился, и вот не знаю выезд. Он подходит, заглядывает в салон автомобиля. А у меня там увешано, как новогодняя елка. И навигатор, и видеорегистратор, и радар-детектор, и GPS-маячок, радиостанция. То есть все в проводах, кошмар какой. А маячок с кнопкой SOS лежит на торпеде. Он показывает пальцем на этот маячок. А это что такое? А там красная кнопка большая
СОС написано. Это, говорю, маячок, что меня служба безопасности отслеживает на трассе, контролирует мое местоположение. Он говорит, а можно, говорит, кнопку нажать? Я говорю, пожалуйста, говорю, протягиваю ему этот маячок, говорю, нажимай, только имей в виду, что я ни на метр не сдвинусь, буду стоять здесь, и все последствия, которые будут, вот, будешь, ну, отвечать ты. Он с такой опаской возвращает мне маячок. Вот, я говорю, я правильно еду на границу с Россией? Да, да, правильно. Ну, не стал придираться, ничего не заплатил, поехал дальше. Ну, вот такие вот мелочи, вроде бы, ничего не значащие, но тем не менее неприятно. Поэтому лучше проехать 200 километров, петлю сделать, чем ехать через Казахстан. Плюс ко всему там дорога не фонтан, асфальт лежит, но асфальт очень старый, выщербанный, там, ну, плохого качества дорога. Поэтому от Омска, кто будет двигаться, берите курс на Тюмень. От Омска на Тюмень, а не на Челябинск. Так, снова привязаться не к чему. С правой стороны уже идет железнодорожная ветка. Уменьшаем масштаб. Ничего не изменилось. Ну, далеко с правой стороны. Канал Карапузский магистральный. Не знаю, что это такое. Так что я Сергею из Мурома ответил. Логин Александр 7 пишет. В следующий раз, когда будете проезжать Нижний Новгород через город, то не поленитесь. После Мызинского моста сверните в сторону центра на проспект Гагарина и доехайте до парка Швейцария. Минут 10 от развязки. В парке пешком дойдете до смотровой площадки. Тут координаты приведены. Откуда такая панорама открывается? Красота неописуемая. Ну, у меня есть такая, как бы, не то чтобы мечта, а задумка, заключительную свою поездку по России. Двигаться не в объезд городов, кстати, а через города. Такая, ну, скажем, благодарю за подсказку. Я думаю, автотуристам это будет очень полезно. Ехать из Владивостока на поезде в центральную часть России, то обязательно снимите левую часть поезда из окна, сделайте видео из окна от Владивостока, там, ну, наверное, до Хабаровска, ну и дальше там как получится. Вид открывается просто потрясающий. Но я, к сожалению, отправлял, там два поезда идет из Владивостока, ну, по крайней мере, тогда два поезда, один ночью, другой рано утром. Берите билет на утренний поезд, чтобы заснять эту красоту. С левой стороны из окна поезда океан. Вплотную, прям местами вплотную подходит к железной дороге. Вот. Я об этом узнал, когда приехал домой, уже посмотрел по карте. Вот. Но было уже поздно. Так, по карте что у нас здесь? По карте ничего пока. Впереди развязка. Пока ничего интересного на трассе не вижу. Вот. И, значит, те, кто будет во Владивостоке, я там несколько раз был, обязательно на смотровой площадке сделайте видео. Остров Русский, Вантовый мост. Просто зрелище потрясающее. Так, с правой стороны озеро Малое Убинское,
и город или поселок городского типа Убинская, ну, вижу, Пролетарская улица. Так вот, кроме смотровой площадки во Владике, можете от морвокзала, ну, он граничит с железнодорожным вокзалом, там пройти 10 минут и снять панораму вот этого моста, вантова, который соединяет материк с островом Русский. Вид, я скажу, тоже, ну, потрясающий. У меня где-то есть это видео, такие я «Россия из окна поезда», по-моему, в этом разделе размещал. Наглые чайки там, ну, все такое. Сделайте обязательно это видео. Так, с правой стороны озеро большое. Озеро Татошное. Ну, объезжаем с левой стороны Убинская. Наверное, город все-таки. Много домов, крупнонаселенный пункт. И еще хотел бы такую информацию к сведению, что ли, да что такое. Что-то не могу понять, у меня какой-то сбой произошел с файлами. Убинская уже проехали. Да ё-моё. Сейчас разберусь с видео, потом продолжу. Что-то странное происходит с моим компьютером. Такое ощущение, что управление идет откуда-то с другого места. Странно очень. Ладно. Бог с ним. Так, с левой стороны Ермолаевка и Филина. С правой стороны Московка. Не, ну мне это не нравится, когда вот странно очень. Ну, бог с ним. Я еще такую информацию хочу вашему вниманию предложить. Перед поездкой ведущий установил себе приложение «Каршеринг», ну, на автомобиле найти. В расчете на то, что если вдруг останемся без автомобиля в Кемерово или в Красноярске, ну и в Крым, в Крыму тоже, то воспользуемся каршерингом. Не в Крыму, не в Кемерово, не в Красноярске в этом потребности, необходимости не было. А вот когда приехали в Москву на поезде из Красноярска, поезд прибыл где-то в 5 часов утра, поезд прибыл в 5 часов утра до открытия метро. Метро еще было закрыто. Я опять отвлекусь. Кстати,
кто-то вмешался точно в работу компьютера, но мне стало гораздо удобнее работать. Так вот, таксисты запросили, чтобы доехать до Братеева, что-то от 3 до 4 тысяч таксисты. Яндекс такси что-то 1500. Нужно было или ждать открытия метро, или пользоваться вот этими шкуродерами. Но ведущий, у него, говорю, было приложение «Каршеринг», зашел туда, и там высветилось, что в 300 метрах от Ярославского вокзала стоит свободный автомобиль. Прошли к автомобилю. Ну, автомобиль почти новый, то есть в идеальном состоянии, и салон, и внешний замечательный автомобиль. И доехали от Ярославского вокзала до дома очень быстро. В итоге сумма высветилась для оплаты 190 рублей. Это против тех 3-4 тысяч, которые хотели таксисты, и 2500, которые хотели Яндекс.Такси. В итоге нам поездка обошлась всего 190 рублей. 190 рублей, но поскольку мы впервые пользовались этой услугой, то с нас взяли 50%. Там сколько, 90 рублей только. Это вообще было таким шоком, скажем так, но не ожидали. Минута, по-моему, 7 рублей обходится. Но каршерингом пользоваться, наверное, лучше всего тогда, когда нету заторов, пробок. Это очень удобный вид услуги. Каршеринг. Просто имейте в виду, вот есть такая услуга, и она мне, по правде говоря, понравилась. Приехали к дому, поставили автомобиль, вот, сдали его. Все замечательно. Просто нужно иметь в виду, я так думаю, что там стоят и камеры, которые снимают то, что в салоне происходит. Ну и служба безопасности тоже там на высоте у них работает. Так, на карте ничего, к чему привязаться можно, я не вижу. С правой стороны дорога проходит, поселок Лебедевский. Впереди город Каргат. Ну вот, к сожалению, сейчас я не могу порекомендовать места, где... Ну, чем ближе к Новосибу, тем чаще будут встречаться и слева по ходу, и справа по ходу движения места для, ну, нормального отдыха, нормальной ночевки. По-моему, километров за 250. Где-то вот примерно на таком расстоянии. С левой стороны будет неплохое место, большая площадка асфальтированная. Чем ближе к Новосибу, там будет с правой стороны до Чулыма две крупных площадки для ночевки, для отдыха. Там частенько останавливаются автобусы междугороднего сообщения Новосибирск-Омск. Ну, там выходят люди, отдыхают в естественной надобности. Сейчас двигаемся в сторону Новосиба. Вот эти две площадки будут с правой стороны. Не знаю, смогу я на карте это увидеть или нет, но просто имейте это в виду.
Ну, впереди будет мост через реку Каргат. И, по-моему, вот с левой стороны сейчас будем проезжать. Стоянка будет с левой стороны. В принципе, можно было бы и там остановиться, но, говорю, в планах стояла цель заночевать за Новосибирском. В крайнем случае на объездной дороге, на северном обходе. Там не очень такое комфортное место. Я там летом останавливался. Комары, мухи, эти оводы. Но других, ну, есть там другие места, но я не хочу их комментировать. Кстати, тут под Новосибом узнали вкус денег, что можно нифига не делая собирать деньги. Это за стоянки, это на стоянках, на местах для привала. О том, что какие-то квитанции или еще что-нибудь, об этом речи нет. Просто подходят, собирают деньги и все. Ну, я думаю, вы догадались, кто это делает, с каких регионов. Так, с левой стороны озеро Конкуленок. Справа железная дорога. И пустота. Ни слева, ни справа, близко ничего нет. Ни к трассе, ни к железной дороге. Так, что еще нужно было сказать? Ну, по-моему, основное я сказал, это про каршеринг, про смотровые площадки. Еще раз поскулю, что очень печально, что не сохранилось оригинального аудио. Начинает темнеть, смеркаться. И, значит, еще такая информация. Ну как, я уже об этом говорил. Имейте в виду, что трасса не без наблюдения. Она находится под постоянным наблюдением. И чтобы не попасть на деньги, присматривайтесь дорожным знаком. Вот этот Новосибирский тракт, он под надзором. Летом, конечно, тут гораздо красивее и гораздо интереснее. Разметка, конечно, желает лучшего. Особенно разделительная полоса, встречные потоки движения, как видите, разное бывает. Большой интенсивности, бывает чуть поменьше. Но напомню, дорога под постоянным наблюдением. С правой стороны деревня Кокошкино. Ну и там, по всей вероятности,
станция Кокошкина, железнодорожная станция. Далеко слева Красновка. Далеко с левой стороны озеро Канкуль, озеро Качкульня, озеро Кайлы, озеро Ситное или Ситное с левой стороны. Впереди недалеко уже Чулым. Тоже был очень неприятный случай, когда утром уже ехал, утром стартовал и проехал какое-то расстояние, увидел, что стоят скорая помощь, потом эти ГИБДД, вот, и небольшой затор. Как потом выяснилось, не совсем трезвые ребята, вернее, совсем не трезвые, пьяные в хлам, на дороге бросались под автомобиль, стараясь его остановить. Пытались его остановить. Ну, водители уворачивались. Это рассказывали дальнобойщики. Насколько возможно, объезжали, уворачивались. Но пьяный бросается под машину. Кому нужны такие проблемы? Ну и одному повезло, скажем так, в кавычках. Водитель не успел сманеврировать, объехать его. Напарник сбежал, а этот остался лежать на дороге. Ну, погиб, естественно. То есть неадекватов на дороге хватает. Как за рулем, так и пешеходов. Это где-то вот недалеко, перед Чулымом. Первоначально в планах было остановиться прямо на трассе. Там поворот на Чулым и бывший пост ГИБДД. Но его ликвидировали, а здание отдали там под кафе, под гостиницу. Я там останавливался, заезжаешь во двор внутри. Ну, можно переночевать, хотя кафе и вот вся эта обстановка. Поэтому столовой, она ведущему это тоже не понравилось. Он проехал примерно через километр от этого места. И с правой стороны нашел огромную стоянку. Очень много большегрузов, маленьких машинок было. Ночью подъехали корреспонденты, ну, вот видеооператоры, по-моему, или из Китая, или из Японии. Вот. Довольно-таки цивилизованная площадка. Зал, ну, кафе, столовка, там как назвать ее, аккуратно. И цивилизованно, аккуратно, и цены были довольно-таки приемлемые. То есть, двигаясь в сторону Новосиба, можете смело проезжать вот этот поворот на Чулым, где стоит прямо на дороге вот это кафе, или как его, или стоянка. Проезжаете примерно километр. Ну, сейчас не скажу точно, километр или 5 километров. С правой стороны видно будет, что очень недалеко от этого места есть очень хорошая площадка, стоянка для отдыха.
Подъезжаем к объездной дороге, правый поворот. Ну, это на Чулым будет правый поворот. Чулым, рядом озеро Иткуль. Поселение Новоиткульское. Озеро Рямское. Ну, как мне говорили, то маленькие озера, они не зарыблены, промерзают насквозь, и рыбалки там нет. Ну вот появились на горизонте вот эти вот светящиеся точки, это и есть Чулым. То есть программу максимум мы не выполнили, не доехали до Новосиба, но бог с ним. Мост, о котором я говорил, я притормозил тут, заехал во двор посмотреть. И уже, откровенно говоря, был готов к тому, чтобы начать перебрасывать видео на внешний жесткий диск. Но ведущий посмотрел на Яндекс.Навигаторе и решил проехать, найти новое место. Что, впрочем, да, он заехал. Вот, ну а он решил проехать дальше. И потом уже с этого места позвонил мне и предложил проехать, так как там оказалось лучше. Вот в этом месте решил вроде бы остановиться на ночевку, приспособился, но звонок меня дернул с места, и я двигаюсь в сторону того места, где ведущий решил переночевать. С правой стороны река Чулым. Кстати, река Чулым еще в одном регионе есть. Сейчас просто не могу вспомнить, но точно такое же название. В каком-то регионе, если кто вспомнит, кто знает, скажите. До Новосиба всего ничего осталось. Этот мост через реку Чулым, и с правой стороны видно будет правый поворот совсем недалеко, где можно спокойно вдали от трассы, от шума отдохнуть, остановиться на ночевку. Это трасса Р-254 Иртыш. Двигаемся в сторону Новосиба, Новосибирска. Сами оцените эту площадку. Ну а я на этом заканчиваю комментарий.
И вот сейчас на стоянке я узнаю, что нифига не записался аудиокомментарий о трассе. Отсюда стал звонить в техподдержку. Мне предложили новую прошивку установить, но интернета нет. Связи почти нет. По мегафону связывался. И на другой день я стал пользоваться видеорегистратором Кинори. Ну, до следующих серий.